Всем привет! Сделаем сегодня чуть-чуть кикбоксинга, даже не кикбоксинга, а сегодня мы сделаем бокса немножко. Стоечка, если мы шагаем, две ноги смотрят вперед. Вот этого мы не делаем. Вот эта нога, мы не смотрим в сторону, мы боксируем с нашим соперником здесь прямо. И все удары наносятся вперед. Мы стоим здесь, так вроде бы удобно, но так эффективно. Мы не тратим время на разборка. Так уже разборка. Легко ее повернуть с носка, легче двигаться. Это первая наша стойка. Два носка смотрят вперед. Если мы шагаем вперед, передняя нога шагает вперед. Если мы шагаем назад, задняя нога вперед. Шагаем влево, левая первая. Шагаем вправо, правая первая. Еще такой же нюанс. Мы шагаем вперед не этой ногой, и потом подтягиваем. Это неправильно. Если мы шагаем вперед, мы задней ногой выталкиваем весь вес. Если даже шагаем назад, передняя нога выталкивает весь вес. И шаг и подтянули, шаг и подтянули. Раз, два, скользим по полу, да? Первый раунд 40 секунд мы делаем только 4 шага. Шаг вперед, шаг назад, шаг в сторону, вперед, назад, в сторону, вперед. Продолжаем 1 минуту, 40 секунд. Вторые 40 секунд мы работаем то же самое. Шаг джебом, джеб, 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 джеб. Шаг с одним ударом. И также продолжаем потом по 2 шага и 3 удара. 2 шага прямой, 1-2 прямой, 1-2 прямой, 1-2 прямой, 1-2 прямой. 3 шага, 2 шага, 3 удара. Примерно задачу поняли. Удары, прямые удары. Рука у нас прямая, локоть разогнут, плечом прикрываем подбородок. Другая рука на лице. Да, забираем локтем на живот. Не вот так делаем. Пособрали. Сейчас школа, ничего сложного. Вот эти мелкие детали, о которых я постоянно говорю. Не ленитесь подтягивать плечо на бороду, поднимать ручку и держать локоть на животе. Возвращаем не кулаком на лицо, а локтем на живот, и кулак автоматически у нас на лице. Выход до 3 минут, это получится один боксерский раунд. Второе задание. У нас работает тоже 3 раунда по 40 секунд. Мы наносим апперкоты, первый раунд, второй раунд боковые, третий раунд прямые. Начинаем с этого. Делаем разножку. Да, вот разножка просто на месте.
меняем ножки, подходим сюда. И мы наносим это с ударчиком. Разноименная нога. Передняя нога, задняя рука. Одновременно меняем. Да, смену. Каждый выбирает свой ритм. Задание здесь очень простое. Два движения. Смена ног, одна удар. Смена ног, один удар. Смена ног, один удар. Очень простое легкое задание, но очень важное и очень тонкое. Когда мы наносим удар, у нас другая рука на лице и локоть на животе. Со сменой мы меняем. Так же самое, собран. Посмотрим здесь. Плечиком закрываем подбородок, рукой закрываем подбородок с другой стороны. И локоть у нас на животе. Смена закрыта. Смена закрыта. Смена закрыта. Да, здесь мы смотрим за вот этими мелкими нюансами, где работают очень маленькие детали на защиту при нанесении удара. Первый апперкот, да? Забираем тоже локтем на живот. Локтем на живот. Не рукой на живот, локтем на живот подпереть. Вторые 40 секунд у нас боковой. Рука, локоть и плечо на одном уровне. Видно? Тут же плечо у нас прикрывает подбородок. Эта рука на лице. На лице, локоть на животе. Вот так же самое со сменой. Со сменой, со сменой, со сменой, со сменой. Бьем стаканом, ногу смотрит на себя. Тогда у нас падает на 4 кости. Кто-то бьет так, длинный, можно ударить вот так. Но я предпочитаю бить вот так. Если мы бьем вот так, вся нагрузка идет на большой палец. Если попадем в лоб, можем разбить. И так же. Большой палец можем разбить. Боковые, да? Вторые 40 секунд. Боковые. Так же самое, локтем на живот забираем. Локтем на живот. Пах. У нас все закрыто. Это вторые, третий, прямой. Собрано. По длине ручка, ручка выровнять. По длине нанести. Со сменой ног. Прямые. Тоже 40 секунд. 3 по 40. Я готова. Уклончики, нырки. Это последнее крайнее упражнение. В принципе, мы просто в стоечке уклоняемся. Работаем на косые мышцы. Уклончик. Плечом перекрываем подбородок и двигаемся вперед. Раз, два. Раз, два. Качаем спинкой, да, прокачиваем косые мышцы.
реагируем. Сами себе представляем, как на вас летит прямой удар, и вы уклоняетесь. Лучше пособранней, ручки где-то возле лица, но не закрываем глаза. Первое. Второе. Мы представляем себе боковой удар и тоже на месте ныряем. Подсаживаемся на двух ногах с прямой спиной, не наклоняясь вперед. Ваш нос не должен заходить за носок передней ноги. Не завалимся на ровных, на сильных ножках, приседаем. Раз и встаем. Раз, делаем полукруг. Это вторые 40 секунд. И третьи 40 секунд мы делаем уклон, нейрок, уклон, нейрок. Убрались, нырнули. Убрались, ушли. Убрались, нырнули. Все поняли? 3 по 40. Первый просто качаем. Кто-то может сказать и подумать, что это нудное упражнение. Но вот так все отрабатывается до топовых скоростей, топовых движений. Надо 1000 раз повторить на тренировке, чтобы 2 раза получилось в реальном бою. Поэтому, как я говорил в начале, повторение мать учения. Уклончики качаем с ноги на ногу, да? Не просто головой болтаем, а ноги работают, помогают нам смещаться. Второе у нас нырки, и третье уклонный рог, уклонный рог. Представляем, прямо он бьет, прямо сбоку. Я ушел, 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 ушел. Представляем перед собой удары. Техники или наносение удара, или наносение применения защиты. И последнее, мы работаем бой с тенью. Представляем себе бой с тенью, работу в зеркале, это ваш партнер в зеркале. Бой с тенью, рисуем себе картинку боя. От вашего воображения, от вашего работы мозга зависит очень много. Если вы будете делать бой с тенью и думать о море, то потом, когда будет реальный бой, вы будете лежать, в смысле уже загорать. В процессе тренировки думайте о тренировке. О ударчиках, уклончиках. Если вы проносите что-то, он же будет давать. Имитируйте себе какую-то картинку реального боя. Блок сбоку, 2 снизу, нырок, защита, там уклон, печень сбоку. Каперкоты и боковые. Мы тут возимся с ним на ближней дистанции. Представляем,
Или вас поджали к углу, или вы поджали его к углу и обрабатываете только ближние дистанции 40 секунд. Вторые 40 секунд мы работаем только на длинной, да, держим его на длинной дистанции. Он не подходит, да, не подпускаем его. Например, соперник пониже представляем или работает размашистыми ударами. У нас задача держать его на дистанции, не подпускать к себе, да, держать его там. И третье, произвольное. У кого что лучше получается, у кого что лучше идет, кто что хочет отпрактиковать. Лишняя дистанция.